В ДНР пусть не быстро, но неуклонно растет заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований, регулярно проводимых медиками. Как правило, 30-40% тестов от общего количества ежедневно изучаемого специалистами биоматериала оказываются положительными. Только за последнюю неделю в республике заболели ковидом почти 2000 человек. Динамика распространения коронавируса в ДНР за минувшие 7 дней в нашей инфографике. 6 августа Минздрав сообщил о 210 новых случаях заражения инфекцией и о 21 летальном исходе болезни. На следующий день результаты лабораторных анализов показали существенный прирост количества заболевших. Было выявлено 378 случаев. Тогда же медики констатировали смерть от коронавируса еще 25 человек. Новых данных от Минздрава за 8 и 9 августа не поступало. Лаборатория находилась на санобработке. В минувший вторник, 10 августа, пресс-служба лечебного ведомства проинформировала о 1031 проведенном исследовании, из которых коронавирус подтвердился у 359 граждан, плюс еще у 41 пациента диагноз COVID-19 был установлен по клиническим показаниям. Сообщалось также о 31 летальном случае. Вчера в сводке заболеваемости говорилось уже о 491, сегодня о 406 выявленных по результатам тестов случаев заболевания. За последние двое суток от коронавируса скончался 31 человек. Таким образом, на сегодняшний день заболевших COVID-19 в ДНР насчитывается уже 51 220. На лечении находятся 5120 пациентов. Выписаны 42 341 человек. Летальных случаев – 3759. Невнимательное отношение многих граждан к соблюдению мер профилактики распространения вируса, в частности, нежелание носить маски, определенно влияет на рост заболеваемости. Беречь себя, а значит и окружающих, в очередной раз призывают горожан медики.